O viață în domeniul agriculturii. Leonid Maximciuc din Ivanovca, Florești, susține că, deși a activat în mai multe funcții, toate au fost în domeniul agriculturii. De mai bine de 20 de ani, gestionează propria activitate în cadrul SRL-ului Flor Maxeleon. Pe lângă prelucrarea propriilor terenuri și cotelor localnicilor, agricultorul mai vine și în ajutorul acestora. Я обрабатываю все своим кочкам. Я осенью пашу, весной культивирую, сею, семена мои, и потом еще опрыскиваю. Они только приходят осенью, убирают все. Поэтому все обработки мои. Поэтому я говорю не 640, а 700 гектаров. Потому что вот пускай скажут любой, что я все обрабатываю им. Как осень, так и не то, что только дома. И возле дома, и на поле, сотки, все обработаю, все бесплатно. Любые услуги, что надо, тоже я делаю. Сельское хозяйство, я думаю, что это самый тяжелый участок, что надо все делать вовремя. И вот другие отрасли, они не переживают, что вот нету дождя, то град пошел, то еще. У них посмотрели 5 часов, все, надо идти уже домой. А тут некогда, 5 или не 5, вот, может, увидите, что у меня механизатор, если я сказал, все это выполняется не то, что время 5, а время 8, 9, 10 до темна. И надо вовремя все обработать землю, как положено. Agricultorul are plantate diverse culturi de câmp. Floarea soarelui este una din acele culturi în care Leonid Maximciuc își pune mari speranțe anul acesta. 120 гектаров тут подсолнух у меня. Я думаю, что развитие подсолнуха оно хорошее. Была влага, тепло. Будем надеяться на хороший урожай. Кроме подсолнуха, имею 280 гектаров пшеницы, 35 гектаров ячменя, 265 будет подсолнух и 55 гектаров кукурузы. SRL Flor Maxeleon este o sursă de venit pentru oamenii din localitate. Aici activează circa 40 de săteni care sunt mulțumiți că au un loc de muncă și nu sunt nevoiți să plece peste hotare. Eu уже 14 лет. Ну, работал и с раннего детства с ним. Я с ним боржусь. Он нас не обижает ни зарплатой, ни что надо дал. Я и на машине, и на тракторе. Когда есть на машине работа, на машине, когда трактором, трактором, чтобы не стоять и чтобы зарплата была. На эти 700 гектаров и столько людей, 40 человек, это многовато. Я думаю, любой скажет. Это лишние затраты. Просто когда меня избрали, я пообещал людям дать работу, чтобы они не думали, что нет, уехать за границу, а тут. Я иду в убыток и уже говорил им так, что девочки и мальчики, хотя бы, чтобы я выходил так на так, чтобы я вам дал работу. И вот когда мне избрали, я ставил градину там за 10-15 гектаров. И любой, сейчас тоже, вот теплица, другие и все. Так, чтобы дать им работу, ну, ясно, что порядком занимаемся и прочее. И просто для того, чтобы дать им работу, чтобы они никуда не уезжали, оставались здесь. Leonid Maximciuc are în gestiune aproape 700 de hectare de terenuri agricole.